Привет! Сегодня хочу показать, как можно получить много выкупов и, как следствие, отзывов, используя сервис, которым я пользуюсь. Ссылка под этим видео. Итак, заходим на Rebate. И вот у меня, к примеру, уже две компании работают. Я поставил 3 выкупа в день. Можно поставить 10, 20, 30, сколько душе угодно. Итак, как это делается? Мы заходим на дашборд сначала. Плюс этого сервиса, что здесь очень много выкупщиков, то есть более 8 тысяч, точное число не знаю, постоянно добавляются новые люди, которые выкупают с хорошими аккаунтами покупательскими на Amazon, и вы сможете сделать очень много выкупов, причем это намного дешевле, чем пользоваться нашими сервисами, потому что тут вы не по полной цене отдаете, а можете отдавать под 50% скидки или только по 25%, то есть вам этот сервис намного выгоднее, потому что вы не отдаете товар бесплатно полностью. Итак, как это сделать? Мы заходим в Campaigns, нажимаем Create New Campaign, и, к примеру, мы создаем листинг нашей компании. Как пример, я возьму первый попавшийся листинг. Берете заголовок, копируете. Это ваш будет заголовок, который у вас есть, который вам написал копирайтер. Или можете заказать Amazon листинг под ключ у нас. Ссылка под этим видео. Description я обычно люблю вставлять буллеты. Вставляем буллеты. Дальше выбираем product category. Допустим, Home and Kitchen будет. Marketplace выбираем Amazon. Тут можно и на другие маркетплейсы, кстати, выкупать. И вставляем ASIN. ASIN мы можем найти на нашем листинге. Вот в этом разделе. Копируем его. Нажимаем Continue. Нажимаем Pull Images from Amazon. Amazon сам вытянет по ASIN все фотографии. Или можете вручную их загрузить. Но удобнее нажать просто Pull или Upload, как хотите. Но Pull быстрее. Нужно немного подождать, потому что фотографии обычно в хорошем качестве. И поэтому, так как фотографии в хорошем качестве, немножко требует времени. Нажимаем Continue. И здесь мы ставим цену, по которой у нас сейчас продается товар на Амазоне. То есть в данном случае это 15,99. И, к примеру, мы хотим под 50%, да? 7,99. Вы можете любую поставить скидку. Я, допустим, 7,99 хочу. И количество выкупов в день. 10, 5, 3, как угодно. Ну, можем, допустим, поставить 15. Ну, или давайте... Лучше 5 поставим в день. 5 штук в день. Product URL дальше ставим. Это мы просто копируем ссылка. Ссылка просто на наш Amazon листинг. Нажимаем сюда. У нас подтягиваются сразу ключевые слова. Надо выбирать максимально релевантные нашему товару. Если они, конечно, тут сейчас подтянутся. Ну, либо вставить... наши ключевые слова, любые, вы можете просто ввести. Допустим, мы заходим Magnetic Measuring Spoons Set. Можем просто скопировать и не из подсказки, а просто вставить. Вот. Private Campaign убираем галочку, потому что мы хотим, чтобы все видели эту компанию. Также Free Shipping у нас, потому что мы через FBA нажимаем Continue. Ссылка на этот сервис под этим видео. И мы видим, как это будет выглядеть. Нажимаем Continue. То есть 50% будет. И тут мы нажимаем, либо оплачиваем обычной картой, либо Pay with Wallet нажимаем. То есть мы сначала можем на Wallet пополнить, к примеру, там на $200, а потом с нашего кошелька будут снимать. Нажимаем Pay, допустим, with Wallet. Нажимаем галочку и нажимаем Pay на кнопку. После этого компания запустится, после проверки администратором этого сервиса. Итак, ссылка на этот сервис под этим видео.
Ставьте лайк, чтобы я делал больше видео по Amazon бизнесу. Комментируйте, я отвечу на все вопросы. Пока!